В Усть-Майском районе появилось цифровое телевидение. Представители Уралтранстелеком из Перми завершили монтаж оборудования для подачи цифровых сигналов. В Усть-Мае запустили в эфир 10 каналов, в Солнечном – 8. В Ильдикане продолжаются буровые работы для установки вышки. До этого усть-майцы могли смотреть только 4 канала по аналоговому телевидению или устанавливали спутниковые тарелки. Почему так делаете? Сейчас у нас началось вещание первого пакета. Это 10 цифровых каналов в поселке Усть-Мая. И волна доходит до поселка Петропавловск. Также были завершены работы в поселке Солнечном. Сейчас население поселка Солнечного смотрит цифровое телевидение. Там у них показывают 8 каналов. Также планируется завершение строительства в поселке Ильдикан. Надеемся, что в других остальных муниципальных образованиях Усть-Майского района также будут завершены строительно-монтажные работы, и население будет принимать активные каналы цифрового вещания.